Viewer discretion is advised. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, это White Gold SPB, и со мной сегодня в очередной раз Игорь, более известный как Конокрад Линк. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Конокрад. Здравствуйте, Юрий. О чем вы хотите поговорить сегодня? Я, честно говоря, не знаю. Мы не успели перед эфиром договориться о чем-то конкретном? Да, я ворвал коней, поэтому у меня не было времени договариваться с тобой. Мы теперь долго будем выезжать на этой шутке, да? Да-да-да, мы будем весь выпуск шутить по то, что я конократ и цыган. Да, ты, то есть... Смотри, подожди, как мой персонаж подожди, я понял. То есть ты решил бороться с тем, что мы тебя оскорбляем, с помощью того, что нет, ты хочешь чувак, начать сам решил. Себя... Помолчи, пожалуйста. С помощью того, что ты будешь сам себя оскорблять, чувак. И рано или поздно это перестанет быть смешным. Нет, вот чувак, на что ты надеешься. Если ты сам будешь постоянно нет, говорить чувак. О том, что ты конократ, а ты конократ, то это перестанет быть смешным рано или поздно. Но нет, Игорь, не перестанет. Не перестанет. Мы так и будем издеваться над тобой и называть тебя цыганом. Нет, мы не придумаем что-то новое, нет. Хватит с тебя и цыгана. В конце концов, ты, по-моему, полгода ты был... Забавно. Я могу картавить начать. По-моему, полгода... По-моему, полгода... Я вообще картавил всегда, никто просто не замечал. Ты доебал, блядь, я тебе говорю, полгода ты был евреем. И что дальше? Ну вот, а теперь время стать французом. Какой из тебя нахуй француз, зачем ты? Ой, я даже ник не помню. Знаешь, Игорь, единственное, что роднит тебя с французом, багет, который у тебя постоянно. Ха-ха-ха! Le French baguette! Багет, заткнись, ну! Багет! Бомбануло! Игорь Линк, кстати, банит за слово бомбануло в любой вариации. Я вообще за все баню, чувак. В любой вариации, то есть... Если даже... ты реально пошутил, то ты очень в точку попал. Я просто в последние дни начал замечать, как я баню просто за все. Нет, так, я просто хочу сказать, если вы даже напишите коммент, типа, ненавижу долбоебов, которые пишут бомбануло, Игорь Линк все равно забанит потому что ты видишь, я уже, блядь, шепелявлю, как китаец ебаный. У меня завали свой ебальник, блядь, потому что... Пиздец, вот я когда злюсь, у меня язык заплетается, потому что мышцы заняты ненавистью к тебе. Что я вообще говорил, потому что? Потому что, не знаю, ты что-то начал просто так говорить слово, потому что. Ну не ты слова, и... А два ну слова. Ты я и... Я вообще не знаю, я еще думал, с чего ты начал вдруг говорить, потому что. Ты странный, Юра Хованский. В этот раз тебе повезло. Меня сбило то, что я оговорился смешно и подумал, что... Это прозвучит очень шепеляво, и люди будут потом об этом писать. Я решил нанести шутку на упреждение и сам сделал комментарий по этому поводу. На самом деле очень сложно пить пиво и играть, когда нужны обе руки, приходится изгаляться. Блин, вепри, нет. Я, кстати, хочу себе для этих целей купить, знаешь, такую каску. Да. Ну, под пивные банки. По-моему, просто отличное приобретение, и никак... Не могу их найти, где они продаются. Чтобы просто руки были свободны, и можно было сидеть и спокойно подтягивать, да-да-да, через трубочку пиво. Потому что меня постоянно убивают, когда я там то наливаю себе что-то в стакан, то пью из него. Тебя постоянно убивают, никогда ты... Да. И когда не наливаешь даже. И меня тоже, чтобы ты не обижался. Ну я просто всегда наливаю, это мое оправдание. Да-да, окей. Ну же, Бэйн... Нет, ладно. Я протупил. Пока разговаривал с тобой, протупил килл. А я не могу вепри найти в крипах в лесу. А зачем тебе вепри? А у них, короче, клевая обилка, у них типа плюс... А ты не знаешь, Думбрингера взял, что ли? Да, Думбрингера. Ладно. Я приношу ад. Ты? И краду детей. Типа, крипов. А зачем цыгане крадут детей, Игорь? Продают на органы. Нет, а когда... когда еще не... Смотри, когда еще не было... Когда еще не было имплантации и всего такого, зачем цыгане воровали детей? Всегда была имплантация. Никогда не было имплантации. Отстань. Нет, чувак, никогда... Что ты понимаешь имплантацию? Ну, достаточно для того, чтобы сказать, что ты не прав в данном случае. Я помню, как же эта фигня называлась? Синдром или... Иллюзия или эффект,
Короче, когда человек знает настолько мало в предмете разговора, что он даже не понимает, насколько мало он знает, и говорит с полной уверенностью, как будто он специалист. То ли эффект, то ли иллюзия, то ли симптом. Не помню, короче. Напишите в комментах, как эта хуйня называется. По-моему, достаточно интересно. Я, может быть... Еще раз, как скажи, как, когда что? Не гугли ничего, играй нет, в доту! Нет, я не гуглю. Ты можешь посмотреть, как я хожу вправо-влево на боте. Я просто не очень понял, о чем ты конкретно говоришь. То есть ты вообще меня не слушаешь, когда я говорю? Неправда, я тебя всегда слушаю. Угу. Ну и о чем я говорил до того, как заговорил о этой херне? А что, чё говоришь? О чем я говорил до того, как заговорил о этой иллюзии или эффекте, или... Ну? А? Продолжаем. А что? Что, так о чем я говорил там, напомни мне. А ты что-то говорил? Да, говорил. Ну, я постоянно говорю, я умею разговаривать, я не кот. Я тоже постоянно говорю. Я не кот, к сожалению, потому что коты... Вот ты сказал, что ты не кот. Да, коты спят 70% времени. Как это сказать, не знаю. 70% жизни, вот. Вот это классная херня. Если бы я мог спать по 70% своей жизни, я бы спал. Да я бы и по 80% спал. Спать это охуенно. Мы сделали ФБ. Теперь мы победим. А вы? Ну, молодцы. Победим, что? Молодцы. Первый что? Раз вообще не знаю, за сколько времени на людях мы можем победить. Да, кстати, White Gold SPB уже давно... приунывшая такая компания. Что мы со Стригулем сливаем, мы с тобой сливаем. А, то есть со Стригулем тоже сливали, а то я уж боялся, что делаем. Да нет, ну иногда сливали, но мы, как правило, с ним выигрываем, а на записи сливаем, потом... Ну, так и со мной. Нет, чувак, с тобой мы всегда... Прекрати. Ты проиграл 11 партий подряд, Игорь. Ну и что? 11 партий подряд, это ну много. Ну что? Ну, это очень много. Черные полосы в жизни. 11. Очень черные полосы. Я не уверен, может быть, ты можешь подать на рекорд, кстати, относительно, потому что не уверен, что у кого-то было больше поражений подряд вообще за историю доты. Было. На другом аккаунте. То есть ты... Я сам себя побил. Ты как в фильме «Престиж», да? Тебя двое, ты умудрился. Да. Того. Классный был фильм «Престиж». Почему был, он и есть. Игорь, ну, за что я тебе деньги плачу, которые я тебе не плачу? Ну, давай. Ну, погоди, просто очень опасная ты должен, ситуация была. Ты должен, ты должен поддерживать меня как... А у меня осталось 130 хп, и я почти умер. Мне было так страшно, что я бежал так быстро, что пришлось включить вторую обилку, чтобы бежать еще быстрее. И как? Я убежал. Еще быстрее убежал? Еще быстрее. Они даже не ожидали, что я умею так быстро бегать. У меня скорость 394, когда я очень-очень быстро бегаю. До канадской границы, наверное, бежал боец. Ну, не до канадской. Максимум до украинской. Как король добиваю крипов. 25 добитых у меня. Король. Король. Царь во дворца. Уже фазы. Царь, кстати. Датский царь. Датский король, точнее. Почему Ваномас отклонил наше предложение? Как? Он отклонил наше предложение? Отклонил предложение от... Ну, он сначала согласился, короче, откомментить на Куб Краков. Потом у него все нет времени. И ну, все... ты правда думаешь, что у него не может не быть времени? У него, может, действительно нет времени. У него, в конце концов, ЦМ и там у нас, я думаю. Ай-яй-яй. Орладеры. Да, батя опять-таки нагибает. Как ему не до игры с нами и не до наших. Если он... И не до наших глупых турниров. Нету времени. Так, ну что? Господи, сколько может Эршекер долбить по земле уже? Надоело. У него когда-нибудь кончится мана? Ёбаный дегенератор. Вроде кончилось. Так о чем мы говорили-то? Я говорил о том, что мне нужно пойти в лес и схавать крипа. Но подходящего крипа не было, и про то, что Ваномас не хочет комментить Кубок Раков. Да. Печально. Печально. У нас, к сожалению, нет денег, да, тебе, нет денег заплатить ему. Мы и сами-то копейки получаем, а Ваномас... Наконец-то я буду критовать по 200%. Десятку целую запросил с Канобу.
У Канобу, наверное, 10 тысяч рублей за полгода не было в бюджете. Оп! Как я? Они работают за идею, Юра. Да, и за еду, я уверен. Ну, не думаю. Отличный сайт. Что это там? Витой тебя подкупили? Ну, почему бы и нет? Да. Я же благодарный человек. Вот, вот он, Игорь, я тебе могу сказать, сколько у тебя было, щенок? 1500? Ну же. Да давайте, нет, давайте. Ну сколько там было, да, теперь у тебя 35 тысяч, ты успешен. На момент, когда и вот твоя благодарность за Виту, за PS Vita. Вот все, чего стоит цыганская дружба. PlayStation Vita. Я и не все. Очень понял, каким образом PS Vita связана с моими 10 тысячами подписчиков на момент, когда у тебя была одна. Я принес тебе все, что у тебя есть, щенок. И ты отплатил мне тем, что продался Канобу за сраную... консолечку. Соснулечку даже, более того, скажу. Ой, как деревяшки. Деревяшки больно делают. Да, Игорь, деревяшки делают больно. Мой шейкер хоть помрет, нет? Даже шейкер не умер, прикинь, какая печаль. Так это, как его? Котора. Я ж тебе тоже благодарен. Так-то. Что? Типа, спасибо. Вот, вот. И им ты благодарен, и мне благодарен. Да, чувак, почему ты не можешь быть благодарен сразу нескольким людям? Нельзя быть всем благодарным, можно, Игорь. Ну, то есть всем-то нельзя, но двум почему бы и нет. Да, если ты получишь какой-нибудь Оскар, ты, наверное, полчаса будешь перечислять всем. Да, чувак, если я получу Оскар, у меня есть список людей, которым я скажу спасибо. Да ну и на каком же я там месте? Надеюсь, что сразу после твоей мамы и папы. Ну, на третьем. Но мама на четвертом. А, ну ладно. Тогда приму третье место. С честью и достоинством. Ну, я имел в виду, а ладно. А первым та тёлка, которая тебе не дает? Твоя мамаша, да. Да. Ну хотя бы не дает, слушай, я не в худшей ситуации. Блять, иди нахуй. Не в худшей ситуации, которую. То есть не дает. Когда-нибудь даст. Ну. Ну, твоя тёлка. То есть моя тёлка, которая твоя мамаша. Да. Твоя тёлка тоже, блять. Но я скорее поверю в то, что тебе моя мама еще даст. Хватит. Иди с ним свое дело, Юра. Stay out of my business! Ой-ой-ой-ой, нет, пожалуйста, только не убей меня! Только не убей, Сайленсер, я буду молиться! Да. Ну, надо помолиться. Действительно, когда Юра начинает молиться, это уже крайние меры. Да. Ну, тут уже не то, что я оставил себе эту лазейку, на самом чувак, деле. Чувак, если мы, блядь, всосем этот матч... Я оставил себе лазейку для этого случая. Я же не атеист, а агностик. Я не отрицаю существование Бога. То есть, как бы, если уж совсем, то мне никто не помешает помолиться на всякий случай. Знаешь, мало ли, хуже не будет. В конце концов, то есть я настолько лицемер и двуличный, что даже нашел себе мировоззрение под эту систему. Да-да-да, хитрец. Так, надо, наверное, продать этот топор сраный, от него никакого толку. Недавно читал гайд по тому, как правильно добивать крипов, там сказано, что нужно найти правильный ритм, короче, чтобы добивать и динаить, а лучше всего это делать правильный ритм. Нет, она упрыгнула. Шлюха. Главное, чувак, это правильный ритм. Да, я о том же. Может, попробуем, короче, давай, у нас все равно мы не накопили... А я включил музыку, я играю под музыку. Мы не накопили никаких разговоров для конкретной темы, поэтому давай пробовать играть в ритм, типа. Какую песню? Какую песню мы... Я поставил, сейчас скажу название. Да. Давай попробуем, реализовать идею игры под песню, как под алгоритм. Я предлагаю попробовать песню, подожди, нет. Я предлагаю попробовать нам использовать песню как тактическую схему, то есть я предлагаю взять песню Сергея Супонева, или кого-то, там джунгли зовут. Смотри, короче, если ты смелый, ловкий, умелый, если ты прокачал ульт, и если ты ловкач, а я ловкач, да,
как там было, вечером в среду после обеда. После обеда, смотри, 13, день 9 после полудня. Ага, а сейчас сколько там? Сейчас сколько еще на часах? Да, нет, 9 до. Отлично, где? Отлично. Мне нужно время после. Гадать, нет, после обеда, а. Игорь, нет, после обеда. А, вечером, вечером в среду после обеда. Угу. Сейчас вот 10, смотри. Да-да-да. А, оп, и через 2 минуты я выхожу. Когда сон для усталых взрослых людей. Это означает, наверное, я не знаю, что Бэйн кого-нибудь в слип сейчас кинет. Точно, смотри, сейчас Бэйн кинет кого-нибудь в слип. И давай, сон для усталых взрослых людей, Бэйн! Да-да-да, смотри, он да, кинет! Да, Ганг, у нас нанизу газогангли сайленсера пришел Клинкс, он как будто чувствует наш ритм. Просто невероятно. Подожди, ну что-то со сном для усталых взрослых... Сосну, ай-яй-яй, да, Найкс! Сосну, сайленсер. Давайте, давайте, не дайте Найксу! Ну, нет, он забудет! Да, нет, убили, молодцы. Ну, хотя бы так. Не очень нравится. Не получилось, подожди, подожди. Просто дело в том, что время 11 часов. А нужно было после обеда, нужно было сейчас забирать. Мы неправильно восприняли алгоритм зова джунглей-то. Смотри, смотри, сейчас еще может... Нет, 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 Бэйн, уходи, ну что ж ты... А, нет, он ультует. Пизда Фуриону, нет. Копье давай пролетело, еще, короче, добили. Превратим один из выпусков нашего ВГС... В рэп-выпуск будем читать, короче, рэп, устроим рэп-битву между... нет, отличная рэп, идея! Отличная идея! Такого еще нигде не было. Абсолютно уникальная авторская это идея, да? Это абсолютно новая идея. Так, БКБ мне тут рекомендуют. Как ты думаешь, собирать БКБ от ролю? Обязательно, да? Ну не первым, конечно, но одним из первых. Это очень важный чувак. Ну хорошо. И погоди, а ты Аджор собрал? Кого? Я доминатор, фазы и... Вампиризм собрал бы этот доминатор? Да-да-да-да-да-да. Подожди. Я так. Вообще видел, как на самом деле Mask of Madness ему собирают. Хоть не, это херня. Трудовым. У него и так аспид нормальный. Ну да, да, но прикинь, как вообще будет. Вообще, ты, прикинь. Чувак, вообще отвратно. Он еще будет. И бегать быстро. Короче, будет, подожди. Там. Вечером в среду после обеда. Вот так. Сон для усталых взрослых людей. Час это. Мы приглашаем тех, кто отчаян, в дикие джунгли скорее. Короче, нужно чекать их лес. Кто у них тут джанглится? Давайте, давайте. О, смотри, лайфстилер! Да, слушай, лайфстилер. Смотри-ка, а? Мы приглашаем тех, кто отчаян, в дикие джунгли скорей. Там крокодилы, львы и горилл... Нет! Да добей его! Там обезьяны в зарослях ждут. Смотри, нашел лайфстилера в кустах. Отлично! Мы играем по песням. Видишь, Игорь, вот в чем был секрет качаться в ритм. Это тебе не поставить мистер Сэндман, блядь. Господа, спасите... Меня. Нужно чувствовать доту, нужно... Нет! Ну же, стан! Нет, пиздец. А, не пройдет! Уходи, пиздец, все. Зараза. И Лину еще, ну. Давай, добивай, стреляй! Ну, пушка! Ай, не хватило ей. Жаль. Дамага не хватило. Очень да. Жаль. Ну, бывает, бывает. Да, сейчас. 9-5, 9-5. Надо мне фармиться, я же тролль. Доби этого, дурак! Зачем ты добиваешь эту шмару, если был, блядь, ебаный сайленсер? А за нас Клинкс играет? Да. Нихуя себе, вот это новость. Что ладно. Он творит вообще? Может, там мне же надо был было, сайленсер. Может, мне надо было ему аспид дать, если он бы расстрелял или... Ну, блядь. Да ничего, пизды ему надо дать за такую хуйню. Ладно. Так, как там было? Мы приглашаем тех, кто отчаян. Подожди, в дикие джунгли скорей. Там крокодилы, львы и гориллы. Там обезьяны в зарослях ждут. Что это значит, Игорь? Я не помню. Серьезно. Нам нужно понять. Я просто, на самом деле, вообще не понимаю, что... Я просто из головы не выходит, как Клинкс может атаковать ебаную Мирану. Нет, подожди. Нам главное почувствовать ритм. Почувствовать ритм игры. В диких крокодилы, львы и гориллы, обезьяны в зарослях. Давайте, я дам аспид и... Ну же! Ну, у меня звук пропал, нет? Блять, упрыгала, шлюха! Я бегу к вам. А, там крокодилы, львы, обезьяны в зарослях. Давайте, из леса выбегаю. Ой-ой-ой, что такое? Тут пидорасы, нет, налетели, братцы! Братцы, да как же так? Может быть, регенка какая-нибудь или это? Иллюзия, отличная хуйня, полетели. Ну что ж вы, вам же всем сейчас накернят! Все норм. Я даже левел D скачаю.
Специально для тебя. Хотя никогда его не качаю. Ай-яй-яй. Так, урны, я так полагаю, ни у кого нет и в помине. А я могу собрать сейчас. В принципе, у меня денег хватит. Подожди, может быть, я вам перезвоню. Обожаю играть за Дума. Давайте, ну что ж ты был-то? Где ж твой ульт? Где же ульт? Мне надо купить вот эту штуку сейчас, погоди. Вот это. Все, теперь все классно. Какую еще нахер штуку? Штуку, которая поможет мне. И вам. Ой, ну что такое? Да Бэйна нашего убили, блин. Ну вот а чем туда пошел? Ты вообще не надо было туда идти. Вот тебе, блядь, и штука. Да иди ты со своей штукой. Какой? Которую ты, блядь, собирать пошел. Вангвард это называется. Так, а хорошо, я так полагаю... Видишь, с урной-то все хорошо будет? Давайте на мид, кстати. Нет, подожди, там обезьяны в зарослях ждут, это мы проморгали. Нужно было все-таки детальнее анализировать эту строчку. Как там, мы приглаш... Нет, как там было дальше? Вспомни. Игорь, вечером в среду, помню, чувак, после серьезно? Обеда, сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян. В дикие джунгли скорее там. Блять, ну как там дальше? Там обезьяны в зарослях. Там крокодилы, львы и гориллы, там обезьяны в зарослях ждут. Если ты. Мы приглашаем тех, кто. Или. Игорь, ты не помогаешь! Ну, погоди, чувак, блядь, дай мне выжить нах. Спасибо, нах, ты скажи. Ты... Крокодилами, лучше бы ты, блядь, дал этот. Хуй этот. Просить надо, Аспид. Ну вот, мы приглашаем. Ну вот, вот. Шакалы, они приходили. Они-то явно играют под ритм, у них какая-то. А мы не следуем своей мелодии, не следуем внутреннему жизненному распорядку. Ой, как он удачно! Какой молодец, умница просто. Обожаю. Давайте, ой, сейчас давайте, этого. Давайте. Аккуратно не бей его. Я знаю. Вот так-то. Дабл килл. Затроллировал лалку. Вот именно. Это все джунгли зовут. Джунгли зовут. Что это означает? Может быть, мне нужно идти фармиться? Да нет. Руми. О! Красота. Схватят? Ладно. А-а-а! Да нет! Господи, только не это! Ладно, доигрался, сам виноват. Это все, нужно другую песню какую-нибудь. Придумывай. Давай. Придумывай песню другую песню. Придумать. А? Песню тебе придумать. Нет, ты должен придумать, как нам качаться под ритм. Не знаю, мне нравится просто включить песню и слушать. И что ты слушаешь сейчас? Я сейчас тебе говорил, я слушаю мистер Оранжер, мистер Сэндман. Но я не думаю, что это хорошая идея тебе сейчас сворачиваться и включать да, песню. Да, да. Потому что ты запалишь всякие разные нет, скайпы. Нет, у меня бандикам не... У меня он на Direct Window работает. А, то есть ты хитер, я смотрю. Я хитер, да, я такой. Я не из тех, кто... А. Стримит прямо экран. Нет, это слишком... Слишком что? Слишком просто для меня. А, надо было на мид, наверное, идти. Да давайте. Я иду. Я почему? Я, блин, что-то думал, что никого нет и пошел на мид. Пойдем вместе на мид. Давай, давай, давай. Пойдем на мид, братишка. Я уже тут. Так, подожди, руну надо чекнуть. Контроль рун, один из залогов. Нету тут руны. Давайте, надо что-то делать, мужики. Блять, не успел. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Как сказал бы Карлсон, наверное, на моем месте. Наверное. Или не сказал. У меня есть баф на аспид, но... Поймаем ли мы кого-нибудь? Ай-яй-яй. Давайте, бейте. Ай-яй-яй! Ну, блять, я какие-то звуки просто издаю. Ну ладно. Ну вот и отлично, кстати. Выиграли, все.
Я даже убил кого-то. Может быть, воспользоваться песней Винни-Пуха? В голове моей Давай. Опилки не беда? Это означает, Давай. Что у меня очень мало интеллекта. 20 плюс 5. Ну, это означает, что ты лавкач с другой стороны. А какая была... Лавкач. В голове моей опилки не беда. Что там было дальше-то? Да. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки. Кричалки и вопилки, это значит, надо юзать обилки. Да. Я понял, да. Сочиняю я неплохо иногда, но не слишком часто, потому что у меня нет маны. Потому что у меня опять-таки опилки в голове. Да, все казалось гораздо проще, чем я думал. С этим ритмом. Э, а кто включил... А, сайленсер. Так, тяжело играется-то. Да, но спокойно, я соберу БКБ скоро уже и... А, и все, играть станет легче. Да, и БКБ, и Дейдалус потом соберу, еще что-нибудь. Я же зверь. Натуральный зверь. Убийца. Богомол добавил вас в список друзей. Помолитесь. А ты знаешь, что богомолы или это... самки богомола отгрызают после спаривания самцу голову? Круто. И это наверное, всё? Этот чувак хочет отгрызть тебе голову. Ты к этому клонишь или что? Но он не самка. Ой, господи, как стрела-то пролетела. Стрела пролетела ко мне задом. Вот отлично, иду, сейчас уже скоро нафармлю. Да и Даллас ведь хорошая идея троллю собирать. Бля, ну... Я дал аспид, давай! Воу! Чаще помогло? Давай. Помогло? Да-да, помогло очень. Давайте. Оп. Сейчас я еще разнесу эту ебаную башню. Давай. Мне она тоже не нравилась. Оп. Тем как более у меня король. Теперь Тураска есть. Пойду еще немножко наверну этим говноедом и убегу. Ну вот и все, я, короче, очень сильный дум. У меня урон 200 с хуем. Так, и без хуя тоже 200 все равно. Пойду наверх. Умничка какой, и с хуем, и без хуя. Надо убирать мат из наших ротов. Так. Зачем? Чтобы попасть на телевидение. Вот это я представляю. Слушай, а реально, наверное, есть же какие-нибудь региональные каналы, у которых просто вообще абсолютно нечего показывать ночью. И там нам можно реально прописать какие-то интеллектуальные темы беседы и играть в доты. Прикинь, там маленькие дети и школьники в регионе, в котором нас будут показывать, будут просто бесконечно радоваться такой хуйне. Так, посмотрим, смогу ли я прикончить Фуриона. Ой, дал бы, а не надо. Где идут? Да пускай идут. Уверен? Нашли чем пугать. Я, блядь, тут низ пропущу сейчас, а ты говоришь, ко мне идут. У меня и БКБ, и... Все у меня есть, давайте. Вы прожимайте мид, главное. Прожми свою. А, меня на мне сало кинули, чуваки. Сейчас, как только выйду, сразу же включу, но... Ай-яй-яй, успею или не успею? Давайте, пока вы держите, я могу бот донести. Съебался. Неудачники. Ой-ой-ой. Нет, не донесу башню. Тут их слишком много. Ай-яй-яй, говнюки! Нет, с БКБ, блядь, уйду. Фух. Помогите!
Как повезло-то, я и забыл. Да ёбаный по голове, неужели убегу? Да нет, нет, нет! А-ха-ха, да ладно! Ну, что, ну вы шутите? Да нет же, блядь, тут луна откуда-то. Говноедка, даже башню не разбил, сука! Ну почти, ё, почти. Через 10 секунд я стану еще ближе. Все, нужно играть в ритме доты, как нам написали в комментах. Давай, выбирай песню. Что-нибудь такое. Кто это сказал? Кто это написал в комментах, я не понял. Да я под прошлым прочитал, или это тебе да сказать. Ладно. Слушай, это неважно, мы все равно все, что... Как добивать крипов. Все равно, чувак... Добивать крипов, мы... Чувак, все равно мы все, что... Чувак, все равно все, что мы говорим, это все выдуманная хуйня. Какая нахуй правда разница? Ничего выдуманного. Самый правдивый летсплей. В каком месте? Блядь, тебя сейчас ёбнут. Да никто меня не ёбнет. Надо бот допушить. А не, смотри, наши врываются, красавцы! Сейчас я включу аспид через 6 секунд, как выкуплюсь. Держитесь, держитесь! Жгите! Давайте! Ну же, раздавайте! Да как? Нет! Нет, не уйдешь, говнюк! Ты говно! Прямо сейчас сердце открыло. Опа! А, нет, это Бэйн добил. Ну ладно, все равно нормально. Срока можно. Давайте, да... Блядь, Игорь, у тебя опять голос, как у робота! Ну ёбаная хуйня! Блядь, чувак, как ты доебал меня? Просто слов нет. Ну сделай что-нибудь, микрофон постучи. Я или, блядь... Ну, чувак, ты понимаешь, что мне придется сейчас паузу ставить? Нет. Ну, ёбаный по голове, да как у тебя постоянно может быть такая хуйня с микрофоном? А сейчас слышно? Уходи. Ай-яй-яй, да я думал, я не убиваем! Да ты убивай. Так, вот сейчас я поставлю паузу, из-за тебя, говнюка, мне придется монтировать. Блять, складывать два... Перепозвони мне сейчас. Перезвони. Перепозвоню. Звони! Как же я, блядь, его ненавижу. Привет. Хуй на воротник, а не привет. Тут? Да. Все, замечательно, тебя прекрасно слышно. Отлично. Давай уже, ну, мы можем выиграть хоть одну игру, я просто не понимаю. Конечно мы ее выиграем, чувак, ты ебнулся что ли? Счет 25-16. Да у нас все время такой счет 25-16, а потом нас чувак, в рот ебут. На тауэры посмотри. На кого? На тауэры. Блять, на минотаверы, нахуй. Ты а посмотри чё? На то, что, блядь, они... Ах, ебаные ну, Бэйны, ебаные... Ничего принесите не нравится. Хочу Тараску. У меня есть топор. Мирану убили. Ну все, блядь, зато Клинкс сейчас ебанут. А то и Клинкс умрет сейчас. Ладно, блядь. Пойду, может, скоро Крисалис соберу. Кристолис. Да мне поебать. Да нет, Крисалис это, по-моему, королева ченджлингов из второго сезона пони. Давайте, влетаем, мужики! У меня БКБ, давай, ну, блядь! Ну, влетай. Влетай! Ну, чувак, что ты не понимаешь во влетай? Ну, траль, затралил меня. Чё, всех порешали? Нет. Говнюк! Сука! Да ты сука! Сука вне закона! Говно! Стой! Не уйдёшь! О, вот и всё. Вот он и встал. Бля, у меня нету больше доминатора. Ай-яй-яй. Надо, блядь, уходить, уходи, наверное. Нет, не надо, Бэйн, назад. Ну и что это, блядь? Так, что же нам делать? Уходим? Какой уходим? Да у меня нету жизни. У тебя есть урна? Урна, да. Ну хильни, блядь, чё ж ты? Хули, блядь, полкоманды стоит без хитов, а ты не хилишь. Где полкоманды, чувак? Блядь, это чувак! Бэйн. Это два человека, это не полкоманды. Полкоманды, это, если ребята... не считать тебя, блядь, самого, чувак. Нет, я с хитами как раз. Чувак, меня ты просто, просто совершенно... Блядь, давайте, надо допушить.
Вон мне спасибо написали. У меня Тараска теперь. Давайте. Почти ёб... Ну, блядь. Ладно, давайте уж дострелить. Давайте, давайте, все. Пошли по тавру. Пошли по тавру. Пошли по тавру. Сайленсер делал. А, Мирана врубил. А, все. Ну еще один удар. Левел Дэс или что-нибудь. Ну да. А, все, догорел, догорел, догорел. Викид сик. Very wicked. Very sick. Давай, давай, помогай. Да что ж ты делаешь? Ты помогай. Сейчас приду, погоди, надо купить что-нибудь. А то денежки проебу. Ну ладно, давай, так и быть. Я не могу выкупиться и аспид вам добавить, к сожалению. Не бойся. Я сам. Тебя все равно не дамажит даже практически. Давай, давай, давай. Это все потому, что мы чувствуем ритм. Не знаю, какую песню вспомнить. Группу крови. Ну, это же я босс. Ну, мне будет обидно, если мы будем играть под группу крови и проебем потом. А я подозреваю, что что-то похожее и будет, потому что от Цоя никогда ничего хорошего не исходило. Ничего себе, как меня не любят тут. Включаю вам аспид, давай. Ну, аспид-то мне зачем? Что я с ним сделаю? Ой, бедняжка, ладно. Нельзя дать его трудам пропасть напрасно. Давайте, давайте, давайте. Вы допушили там тавр? Я бегу к вам. Давай, разворачивайся! Разворачиваюсь. Где аспид-то? Блять, он шибэхой что ли или нет? Не, Мирана... Нет, ну скорее. Блядь, как же не вовремя переключился, нет! Успел, ну же, блядь. Вот так-то, суперчатка. А-а-а, не достал! Ну ладно, добиваем, блядь. Эта штука не бьется? Ладно, давай бараки. Похуй, сейчас включу, блядь, аспид и, давай. Блядь, забэкдорим. 75 маны нужно. Дай маны, пожалуйста, или у тебя нет? Нет маны. Ладно, я тебе похуй. Кто? Я Думбрингер, у меня нет маны. Поехали. Не ходи, думаешь идти, ладно. Ладно, все, назад! Добиваем бараки. Оп-оп-оп, как у меня скорость-то набирается. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп, ну вот это, кстати, приблизительно отходи, и называется играть под ритм, я ты, полагаю. Наверное, отходи. Оп, зачем? Ну, чтобы не умереть, может быть. Давай, 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 у меня... Нет, слишком много дамага. Уходи. Мы совсем одни. Нет, Игорь, что же делать? Умереть, наверное, в этот да. раз. Ну мне ладно, мы принесли на самом деле на всякий случай. А я не хочу выкупаться, я лучше Demon Edge хочу себе купить на эти бабки. И к тому же пригодится, мало ли вдруг сейчас что-то неудачно пушнут или. Ой, неужели мы наконец-то выиграем, Игорь? Смотри, как Клинкс раздает. Раз, два, три, четыре! Ну, и огреб, конечно, он тоже неплохо, но. Не, надо было останавливаться на джунглях зовут. Эта тема приносила нам успех. Эх. Что еще нового у тебя, Игорь? Что расскажешь хочу интересного? Хочу написать. Кому ты хочешь написать? Хочу написать, что они раки. Им раки? Или сокомандникам нашим? Ну, мы-то что раки? Мы не раки. Хотя... Все скопытились. Так. Мне нужно, чтобы эта херня купила мне... Demon Edge. Сам рецепт доедался стоит 1000. Жди меня тут. А я телепортнусь сразу наверх. И эта штука отнесет мне. Оп! И. В бой! Давайте! Ну, ребят, я троих, конечно, могу один разнести, как красавец. Да и разнесу, наверное. Давайте. Ну, я подхожу. Я такой типа танк. У меня 54% сопротивления, плюс еще этот. Вангвард.
Ну ты где? Ну я на топе. Включи, включи каспит, если не сможешь. А зачем тебе? Хочу быстро разобраться с крипами. Нет, чувак, блядь, не да для прекрати. Этого. Да прекрати. Там Лина, блядь, сейчас много, в проблемах. Нет. Ай. Хочу, говорит, разобраться с крипами. Хочу быстро разобраться с крипами, ты не понял? Давайте, тащим по миду, давайте. Ну, ну что вы, ну вот же стрелочку нарисовал. А я что делаю? Кто, по-твоему, это розовенькая точка, которая тащит мид? Это я. Я еще быстро. Оп, как я. Давайте. Я разнес этого шейкера. Без шейкера они практически... Через 33 секунды у меня еще и откат. Блин, доедалось. Внизу. Давай, 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 давай. Пойдем на низ. Да, нельзя да, просто да. Так давать лайфстиллеру формиться. Давай, давай, давай. Но он уползет от нас в крипе, скорее всего, в нашем. Ну, давай. Вот это настоящий. Эй, ладно. Запи, она ушла в инвиз. Да. И с Найксом, скорее всего, в себе. Нет, Найкс ушел за мной. Все, доедался. Если ты смелый и ловкий, умелый, джунгли тебя зовут. Пам-пам-пам, там крокодилы, львы и гориллы. Там-та-та-там-там-та-ра-та-там. Мы приглашаем. Все, давай, короче, доносим. Я заебался уже. Я тоже, надо... пошли. Не умеем мы заканчивать игры, блять. Мы вот выигрываем. Мне осталось 700 голды, и все, и ждет смерть. Смерть ждет тебя где угодно. Давайте. Давайте, 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 бьем. Блять! Классный был. Это где? Блять, нет, у меня... Блять, я не... Я запутался в скиллах! У вас яблоком чуих. И выкупиться не могу, если вы ничего не донесете. Ну там крипы, бараки медовые, помогите кто-нибудь, бара... Развернись! Ну что ж ты делаешь-то? Ну, левел десом, ну чем-нибудь ее. Да, молодец! Теперь! Да куда ты бубик... Бу... 1800, у меня есть деньги на выкуп? А, нет, 3311, сейчас появится, но... 48 секунд, ладно, к черту, выкупаюсь. Включаю вам аспид. Ну, бесполезного вот. Этого, блядь, в какого башен. Да короче, блядь, вместе надо ходить им по одному. Они, а ты, блядь, не... полез куда-то там. Да заебал, все нормально было. Да хватит, вот ты опять, блядь, куда ты прешься? Подожди остальных. Да доебал, надо, блядь. Да что доебал, чувак, пропушим вместе, блядь. Ты сейчас опять пойдешь отдашься, и этот, блядь, говноед уже будет не с башером, а с абиссалом. Да никто меня так просто не заберет, чувак, я... Просто так не заберут, а в пятером очень даже. Ладно, я включу аспид, добью крипов и уйду. Они сейчас Рошана бьют наверняка. Ну иди и посмотри. Так а если они меня убьют? Ну, не убьют, потому что втроем-то я уже на один... Ну, бля, я не знаю уже, короче. У меня левел выше твоего уже даже. И что, дальше тебе медаль я дать? Я пиз же. О, инвиз. Вот это приятный чек. Бонус. Вот пойду, самого короче. Убей, короче. Давай, да, пизди да, Рошана. Да какой нахуй мне Рошан? Я, блядь, в инвизе могу просто нагнуть. Ты сейчас сдохнешь, блядь. Я вот, блядь, уверен. Ну ладно, не сдохнешь. Ну добей. Молодец. Иди и эту пизду тогда забирай. Нет, лучше не надо, наверное. Да. Там какой-нибудь Найкс влезет. Ну, обе иллюзии. Вы собираетесь вообще подтянуться сюда, я помочь тебе. Мне? Я иду, у меня даже кирас есть. Я тебе даже еще 20 к скорости атаки дам, а то у тебя со скоростью атаки, наверное, проблемы да. Большие. Тебе очень понадобится. Вместо меда... Надо было медазда собрать, на самом даже деле. Даже плюс 35, чувак. Представляешь? Так, тут уже игра близится к концу, поэтому надо докупить себе... Да ладно, 1700. А что, 1400, чувак, да, на медаз мне не хватает, ну ладно. Бля, смотри, сейчас заберет лайфстиллера. Ну забирай! Да забери, ты высоси из него жизнь, ебаную мать.
Да в сон кинь, блядь. Сделай ты с ним хоть что-нибудь. Давайте, короче, бот пронесем. Говорю же. Да дурак, ну что он делал? Вообще не приглась. Давайте. Как он его не убил? Просто пиздец. Бля, ты-то куда пошел один? Ты че, охренел что ли, блядь? У тебя проблемы какие-то с тем, что я сейчас сделал? А что ты сделал? Блядь, разнес слайным нахуй. А если бы ты умер? Ну я же не умер. А если бы... Давайте, умер? Пошли мид несем. Что вы как маленький? Давайте, надо побеждать потихоньку. Давай, давай мне кирас и ауру. У меня есть БКБ, и мы просто их разнесем. Ну, влетаем. Да. Пускай крипы. Давай, влетаем, крипы, блядь! Тут, блядь! Блять, не хватило чуть-чуть до аспид-баффа. Ну, ну все, мы молодцы, мега-крипы. Мы, кстати, писали этот летсплей 1 апреля и удержались от того, чтобы... Разыграть вас. Да, разыграть вас или вставить какую-нибудь дебильную шутку совершенно. Потому что мы выше этого. Мы не из тех, которые... Ну, вы поняли. Да, мы не из тех. Такой слоган, знаешь, мы не из тех, которые, ну, вы понимаете, которые. Да, все знают, которые там. Угу, глупы. Ну что, они будут сопротивляться? Да, пускай сопротивляются, сколько угодно. Да, можно Аквилу уже продавать скоро, наверное. Деймарус, лол. А чё так-то? Вас нагнул Юрий Хованский. Не смотри, они еще и пытаются пушить или что это? Дачи. Не сейчас пройдут. Ну я, короче, просто. Может быть, мне, короче, собрать Shadow Blade и. Смотри, какой неблагодарный. Подожди, 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 подожди. Может быть, мне собрать Shadow Blade и. Короче, забежать и. Ебануть трон? Как ты думаешь? Да. Только сначала две башни. Какой ты скучный. Ладно. Да, они сами сейчас все ебнут. Да, там уже крипы пизда башням. Такая, знаешь, высидели победу, что называется. Они все равно ничего не смогут сделать. 2300 золотишком. Да, короче, я возьму себе ШБ. Все, победы не может быть. Я поздравляю тебя. Траль, траль только, ШБ, траль только, ШБ. Только 1 апреля мы могли победить. Да, это шутка, кстати. Все подстав... Против нас подставные. Да, да, да. Они нам поддавались. Такая вот первоапрельская победа. С вами были Юрий Хованский, Игорь Линк. Всего доброго. До свидания.